мир меняется настолько радикально, настолько драматически. Мы присутствуем в самом пике перемен. И это не коронавирус, вот, это скорее вот, уже, по сути дела, четвертая, это, я ее называю, цифровая-технологическая волна. Да? Третья волна по Тофлеру информационная. Mm-hmm. Вот, сейчас мы уже находимся реально в цифровой волне, когда функционал на себя берет на себя искусственный интеллект. И не быть любопытным, это сейчас значит просто все потерять. То, что, во-первых, все будет меняться просто со страшной силой. То, что сегодня давало результат, то, что сегодня было с функциональным, работающим и так далее, завтра уже просто никто не вспомнит, что такое существовало.